мы встретились сегодня на самом знаменательном и историческом месте, посвященное Меркурию, который совершил небывалый, неповторимый подвиг в борьбе за оборону и за защиту нашего Отечества России. Выполняет сейчас задачи боевые, и мы хотели с нашими товарищами, друзьями, стоящими перед памятником и его подвиг, который я, например, потомству, передать вам поздравления и пожелания, чтобы вы помнили, знали и гордились тем, что вы выполняете те замечательные, славные задачи и традиции, которые прославил Меркурий столетием назад, а вы сегодня защищаете нашу великую родину Россию. И мы в преддверии выборов президента России Владимира Владимировича Путина хотим вас пожелать, чтобы вы все боевые задачи, как и в СВО нашей страны, успешно выполнили, и чтобы мы гордились по вашему возвращению сегодня. Собрались активисты Крымской весны, Донбасского лета и СВО, проходящее на сегодняшний день. Севастополь Крымскую весну заслужил название патриотической столицы России. Здесь у нас присутствует генерал, который возглавляет это общественное движение. Здесь присутствуют участники Крымской весны, Донбасского лета и СВО. И мы хотим, чтобы вы, носящие гордое имя вашего корвета, гордились тем, что вы достойные последователи. Экипажу корабля, боевого, самого лучшего корабля сегодня в Черноморском флоте, передаем новогодние поздравления от всех наших присутствующих сегодня здесь. С Новым годом, 2024 год. 7 футов под килем попутного ветра. И наша троекратная флотская. Ура!